Готовим пирожное Kinder Delice в ПП-варианте. Очень быстро, вкусно и полезно. Для бисквита яйца взбиваем миксером до пышной пены. Добавляем мед. Подсластитель и соль. Теперь просеиваем муку, какао и разрыхлитель. Избиваем на самых низких оборотах миксера до однородной консистенции. Приливаем в форму и выпекаем при 180 градусах 25 минут. После остывания разрезаем бисквит на две части. Для начинки желатин замачиваем в воде на 15 минут и растапливаем в микроволновке. К творогу добавляем подсластитель, растопленный желатин и пробиваем блендером до однородной массы. Собираем наш десерт. Для этого в форму выкладываем первый корж, далее слой начинки и накрываем вторым коржом. Убираем в холодильник на пару часов. Далее покрываем растопленным шоколадом и снова убираем в холодильник. Наш десерт готов. Всем приятного аппетита!